нам кто-то стучится. Кто здесь? Здравствуйте! Привет, вызвали. Олечка. Здравствуйте! Ремонт за час, причем один час, одна цена. Блоки интерьерного покрытия всего лишь за 1999 рублей. И вот она, ремонтная бригада, Ольга Гридунова и Алексей Мичурин. Мы отправляемся. Алексей Мичурин, все, вы будете мне помогать. А то вы все время руководитель так пальчиком, а я тебе за полчаса ремонт делаю. Ну, давай быстренько пробежимся, что можно сделать с нашими блоками, а самое главное, что вы сможете сделать это своими руками. Это и прихожая, это и гостиная, это и детская комната. И самое главное, можно использовать даже в ванной комнате, потому что блоки не боятся грязи и не боятся влаги. Да, друзья, вы сегодня приобретаете легкий ремонт буквально за полчаса. Сейчас будет осень. И хочется что-то обновить дома, да, вот что-то сделать необычное, чтобы чаще дома улыбаться. Новый интерьер – это всегда радость в нашем доме. Ну и посмотрите, как выглядят блоки. Блок имеет размер 70 на 77 сантиметров. Таких блоков в упаковке вы получаете 10. Они уже имеют клеевую основу, с помощью которой вы их закрепите на стене. Причем этот клей универсальный, поэтому вы можете закреплять и на бетон, и на цемент, и на гипсокартон, и на кафель, ну и на другие покрытия. Снимаем защитный слой бумаги, аккуратненько выравниваем и проходимся руками, приклеивая и прижимая данный блок к стене. Все, посмотрите, кирпичная стена у вас уже на стене, да, уже в виде интерьерного покрытия. Как может изменить блок ваш интерьер, вы увидите сейчас на фотографии. В качестве кухонного фартука, пожалуйста. В качестве обустройства коридора, защиты угла, пожалуйста, используйте блоки, они сделаны из ПВХ. Можно применять в ванной комнате, можно применять непосредственно в душевой кабине, на балконе, на лоджии, ну и, естественно, наши основные комнаты, это гостиные, допустим, да, за обогревательными приборами, пожалуйста, используйте. Универсальность применения за счет таких свойств, как звукоизоляция, влагостойкость, теплоизоляция, антивандальность, антистатических свойств, ветрозащиты, если на даче хотите убрать сквозняки, ну и, конечно же, устойчивость к выцветанию. То есть вы сегодня выбираете легкий ремонт, который может обеспечивать вам еще и звукоизоляцию. Представляете, как это здорово. И поддувать не будет осенью обычно дома холодно, потому что батарея, когда еще не включает, и ветер гуляет, мы еще будем замерзать. Здесь такого не произойдет. Но об этом по порядку мы сейчас с вами расскажем. Вот, вот этот комплект вы получаете только во время прямого эфира за 1999 рублей. В комплекте 10 листов. Размер каждого листа 70 на 77 сантиметров. Успеете заказать. Теперь по цветам. Алеш, это самое сложное, выбрать цвет. Да. Вот альпийский дуб мне нравится, как будто бы кирпичик из дерева. Есть греческий мрамор, белый, беспроигрышный вариант для любого интерьера. Золотой ретро, это, знаешь, прям вот солнышко. И будет ощущение такое, что лето не закончилось. Кирпичный, как тебе кирпичный? Очень мне нравятся эти цвета, но они нравятся нашим телезрителям. Самые популярные, самые востребованные цвета только в этом эфире и только по очень-очень выгодному предложению, друзья мои. Поэтому ремонт вы сможете сделать не только быстро, но еще и недорого. Да. Потому что когда мы начинаем ремонт, это всегда баснословные суммы. Конечно. У нас, которые постоянно увеличиваются. Здесь купили один раз и сразу получили великолепный результат. Да, абсолютно верно, друзья. В упаковке еще раз 5 квадратных метров. Здесь у нас 10 листов, 1999 рублей. Лучше заказывать сразу 3 упаковки, все по одной упаковке никогда не заказывают. 3 упаковки уже бесплатная доставка. А при оплате банковской картой будет действовать дополнительная 5% скидка. Все подробности в колл-центре. Так, давайте сейчас почитаем ваши вопросы. Ирина Анатольевна из Казани пишет. Подскажите, пожалуйста, как подготовить стену для блоков? Хороший вопрос. Давайте. Да, это очень хороший вопрос. Еще раз, я уже про это сказал, то, что блоки имеют универсальный клеевой слой. А это значит то, что он приклеивается к любой поверхности. Плюс ко всему, за счет толщины блока поверхность можно не выравнивать. То есть вопрос был, как подготовить? Никак. Можно стену не готовить и не выравнивать. Потому что блоки ложатся на любое покрытие. Это может быть и ОСБ-плита, либо фанера, это может быть металл, это может быть плитка кафельная, это может быть покрашенная стена, допустим, или же бетонная или гипсокартонная стена. Вот любая поверхность может служить вам основой. Даже старые обои, если они не слезают со стены, если невозможно,
их снять, вы можете их использовать как основу и наклеивать блоки прямо на них. Слушайте, вы представляете, как это здорово, даже стены не нужно подготавливать. Вот мы, когда делали сейчас вот ремонт пристройки на даче, ух, я грунтовала 2 часа стены. И потом все равно что-то там не получилось у моих мужиков, они сказали, надо вызвать профессионала, чтобы наклеили обои, потому что там стыковка, вот эти вот сложные элементы. Здесь все просто, даже без мужчин обойдемся. Слушай, вот подруга моя никак переехать не может в новую квартиру, потому что нет денег на ремонт. Понимаешь, да? Вот такие бетонные блоки и больше ничего. Ну, большая часть денег уходит именно на подготовку стены, чтобы ее выровнять, чтобы ее заштукатурить, чтобы ее именно подготовить к клейке обоев. Посмотрите, что с нашими блоками. Мы стену не готовим. Вот она у нас стена, бетонная, шершавая, со швами не заделанными, не затертыми. Мы прямо на эту бетонную стену наклеиваем на наш блок. Поэтому ничего готовить не надо, друзья мои. Берем, клеим и получаем сразу финишный результат. Отлично. Ну, только представьте, вы же тоже мечтаете сделать ремонт в своем интерьере. Так хочется зайти в квартиру и сказать, боже мой, как у меня красиво, как я мечтала об этом. И вот, наконец-таки, она свершилась. Не нужно откладывать жизнь на потом. Нужно жить здесь и сейчас. И если есть такая возможность сегодня заказать всего лишь за 1999 рублей блоки интерьерного покрытия, так нужно их обязательно заказывать. Потому что ремонт – это дорогостоящее решение для вашей семьи. Не у каждого есть такая сейчас возможность. Но за 2000 рублей уж точно найдется возможность приобрести блоки интерьерного покрытия. Посчитаем. Смотрите, если кухня 6 квадратных метров, ремонт обойдется где-то в 56 тысяч рублей. Это фартук, это рабочая бригада. Выравнивание стен, побелка. Ну, все вот это мы посчитали. 56 тысяч минимум у нас получилось. Если вы берете блок интерьерного покрытия, это 1999 рублей. Какая экономия? Более 50 тысяч рублей. Это колоссальная экономия, Алеш. Да, это и экономия, это удовольствие от ремонта, это красота, которую вы получаете. Потому что данные блоки имеют 3D-объем и создают эффект натурального материала, в данном случае кирпичная кладка. Поэтому в первую очередь это, конечно, будет радоваться ваш глаз и мозг. А во вторую будет радоваться ваш кошелек, ну и ваше благосостояние. И главное, мужчины нам теперь не нужны. Мы сами своими руками сделаем ремонт, который вот эти мужчины нам обещают каждый день. Итак, друзья, звоните и заказывайте сразу 10 листов в комплекте за 1999 рублей. 1 час, 1 цена. Я не про тебя имела в виду, ты всегда все помогаешь делать.